Здорово, катаны! Как вы поняли, у меня новая обмотка. Обмотка новая, производитель тот же самый. Уж очень мне запал в душу Супака с кучей своих крутых дизайнерских решений и тем, насколько такие мелочи, как обмотка, флягодержатели там, и прочие такие мелкие штуки, аксессуары могут кастомизировать твой байк. Думал отъехать от дома, покататься себе тихо, спокойно, без людей, а потом внезапно, когда съехал на луг, увидел вот это вот все, кучу народу, тачек, понял, что сегодня вечер пятницы, и насколько же я был наивен. На пляжах настолько нету места, что люди просто останавливаются в поле, ставят тачки, и я не знаю, где они тусят, потому что они в этих тачках заняты чем-то. А еще каждый раз я тут нахожу на лугу у себя какие-то новые дороги. Живу я тут уже 30 годочков и катаюсь 7 лет. И вот каждый раз что-то новое. Внезапно. Короче говоря, Супакас. Прочитал я сегодня немного о компании самой, о том, как она была основана, и я понял на самом деле, почему у них все так круто, и почему у них все такое классное, и с таким крутым дизайном, и этими штуками можно так классно кастомизировать свой байк. Если вкратце, то жил-добыл в Асашай такой молодой человек, Энтони Синьерт, который, кроме того, что был профессиональным велоспортсменом, он еще и катался на скейте и серфе. И вот чуваку всегда было интересно, какого же хрена так много крутых всяких штук и шмоток и аксессуаров есть для скейтборда и серфа, но почему таких крутых штук нету для велосипеда? Чуваку очень хотелось на серферско-скейтерский манер кастомизировать свой байк, но, к сожалению, он искал, но так ничего подобного и не нашел. Потому что вся велоиндустрия, особенно шоссейная, почему-то на тот момент вела себя очень строго. И все велосипеды, как и велосипедные аксессуары в большинстве своем, производились в достаточно унылых вариантах расцветок. Но это до сих пор касается многих компаний велосипедных и по сей день. Ну и вот Энтони такой решил, раз так, и я не могу найти ничего на велосипедном рынке, чтобы мне понравилось для того, чтобы кастомизировать свой байк, сделать из него крутой красочный велосипед, который будет нравиться мне, я создам такой бренд сам и буду выпускать эти штуки сам. Ну и, собственно говоря, я считаю, что у него получилось офигенно. Это, чтобы вы понимали, навал народу на весьма трешовенькую туристическую базу, которая в этом году раскошелилась даже на бегущую строку возле своего въезда, на которой написано, скольки мест у них есть номера. Ну, то есть, знаете, вот эти вот сине-зеленые домики на сваях с белыми ставнями? Вот это оно. Мне кажется, там даже мест свободных нету. Офигеть, как же красиво. Просто летние закаты, которые долгие такие, супер класс. Еще мне очень нравится, что Supercars не кормит вас, ну и нас, вот этими вот всякими легендами про свой товар и про технологии, которые в этом товаре используются. Меня это очень штука забавляет. В этом плане у них все просто. Вот держите вам крутая обмотка, вот держите вам крутые флягодержатели, они просто классные, красивые и все.
И ты такой, ну да, классный, красивый, и все. Ну, конечно, если вы супер задрот с Харьков-туриста, и вам это обязательно все надо знать, то спеки вы, конечно, тоже сможете найти, из чего что сделано и с какими технологиями. Но это не преподносится как главная фишка товара. Итак, обмотка. Короче, обмотка до этого была у меня, с УПК Zoil Slick, Super Sticky Kush, что-то там, тра-та-та, я плохо помню название. У нее, если помните, верхняя часть была такой красивой радужной, как пленка масляная на воде, поэтому она называется Oil Slick. Ой, черт. Затрындился, забыл совсем про отрезок с песочком. К слову, менять свою предыдущую обмотку я не планировал, ей помогли. Велик упал, и упала пень, и как раз вот верхней частью этой Oil Slick-овой красивой. И в этом месте обмотки пришел кирдык. По-моему, красивый местяк. Здесь, пожалуй, остановимся. Единственное, что мне не нравилось в старой обмотке, это то, что верхняя часть, все-таки вот эта вот L-сликовая, самая красивая часть этой обмотки, она очень плохо держала, можно сказать, вообще не держала мокрую потную руку. Если вы летом выезжаете катать без перчаток, то лучше за верхний хват вот этот вот обычный вообще не браться. Держите за дуал, либо нижний хват. Нижний хват как раз вот был из черного, цепкого, супер крутого материала. Верхний классный, офигенно держит перчатку, но плохо держит мокрую руку, к сожалению. Но, независимо от этого, я не собирался эту обмотку менять, но, как я уже сказал, велосипеду помогли упасть, поэтому пришлось. И новая обмотка, которой я обзавелся, это тоже Oil Slick, но она целиком и полностью однотонная. Вот такая вот, как на предыдущей обмотке, был нижний хват. Теперь таких мест, в которых рука мокрая будет ерзать по обмотке, у меня нету. Скажу еще об очень крутой фишке. У меня много раз велик падал. Много раз он падал именно нижней частью барана, нижним хватом. И вот в этом месте, даже несмотря на падение на асфальт, обмотке было абсолютно по барабану. Много раз, кстати, поднимался вопрос того, что такая цена, как за эту обмотку, а стоит она порядка 1000 гривен, это очень дорого, лучше купить обмотку дешевле, не жалко, если она развалится, менять часто надо, там, и т.д. и т.п. Ребят, скажу одно, у дешевых обмоток нету очень важной штуки. Это вот эти вот крутые тактильные ощущения, которые ты получаешь, когда берешься за руль или вообще за какую-то крутую действительно вещь. Эта же обмотка и подобные ей в ее ценовой категории, ну, просто супер офигенные, когда ты к ним прикасаешься. За нее приятно держаться, на ней приятно катать, и на ней хочется катать. Под видео я обязательно оставлю ссылки на сайт СУПК «Знаешь украинский», где можно купить в Украине. Оставлю ссылку на Инстаграм, ребят. Там тоже, кстати, в Директ можно сделать заказ. И мой промокод PS, он действует на эту штуку и на сайте, и в Директе, когда вы будете делать заказ. Называйте промокод PS, и у вас будет скидка 10% на любой неакционный товар от СУПК, который, конечно же, есть в наличии. Ну, а приехал я сюда не просто покатосить и место такое красивое выбирать, потому что мне надо сделать пару крутых фоточек своей спальной системы без палатки, но вот именно спальника каремата. И чуть попозже, я думаю, что у себя в Инстаграме я напишу об этом спальнике каремате, потому что они действительно очень крутые. Эта штука просто приобретение этого сезона, одно из. Ну и скорее всего в следующих видео я расскажу об этом каремате и спальнике чуть детальнее. Ребят, напишите в комментах про свои самые мощные факапы. Может, я не таким лохом буду себя чувствовать на фоне ваших факапов, но пока что у меня, по-моему, самый мощный произошел. Да, я взял камеру, но забыл батарею. Как? Я не знаю. У меня было такое, что я брал камеру, но забывал карточку. И это не так страшно, карточку сейчас можно для камеры купить практически в любом магазине. Ну, не знаю, там, в любом переходе, где продаются какие-то аксессуары к мобильным телефонам. Но батарею для камеры купить немножко сложнее. В принципе, если бы я забыл карточку, однозначно пришлось бы точно так же фотографировать все на телефон, все, что мне надо было, сильно снять, потому что я попал в поле все-таки, где людей не так уж и много. Хотя нашлись люди, которые пришли, зашли в кадр посмотреть на красивое место, на котором я остановился. Вот они видят, что они заходят в кадр, но их это не останавливает. Ладно, буду собираться и ехать домой, потому что сейчас стемнеет, и
потемках кататься не очень хочется. Хотя на дорогу я и не планирую выезжать. У меня сейчас, по идее, из дорожных маршрутов это только мост через Десенку. Ну, а там можно и по тротуару проехать. Короче, сегодня пятница, 7 августа, а завтра суббота, 8 августа. А в субботу, 8 августа, стартует байкпакинг-гонка на 1500 км Trans-Ukraine. И вот наш дорогой Леха Григоренко отправился туда за всех нас покорять эту всю гонку, за Прайд, за велопланету. И, кстати, поехал он на новом образце Прайда, титанового. Я думаю, что к тому моменту, как видео выйдет, вы уже увидите, так сказать, презу этого велосипеда в соцсетях. Поэтому я уже смело могу о нем говорить. Это титановый велосипед с карбоновой вилкой. От Прайда, я думаю, такого никто не ждал. Из, кроме самых там приближенных людей из движухи, которые, в принципе, нет-нет, да от шуток про титан с карбоном перешли все-таки к более серьезным разговорам на эту тему. Когда я был в Харькове, я трогал этот велосипед, катался на этом велосипеде, и все, что я могу сказать, это кайф. Это нечто абсолютно новое и очень крутое, и я надеюсь, что в скором времени у меня будет возможность этот велик подснять. Ну а пока в описании под видео, там, где будут все ссылочки, я оставлю ссылку на инстаграм Лехи, который едет эту гонку, для того, чтобы вы могли подписаться и следить за чуваком и болеть за него так же, как будем болеть. Болеть мы. Феномен парка дружбы народов, или Муромца, как вам будет угодно, для меня заключается в том, что каждый раз, как я провтыкиваю поворот свой, куда мне надо поехать, я попадаю на какой-то новый маршрут. Сколько это будет продолжаться, еще я не знаю, но каждый раз, когда мне кажется, что вот этот раз уже точно был последним, больше ничего нового я тут для себя не найду, я каждый раз заезжаю в какие-то новые дебри. Круто! Блин, это очень красиво. Видите, о чем я говорю? Даже гравийник пригодился. Короче, ситуация интересная. Построили здесь на въезде в парк Муромец новую велодорожку. Ну, как бы как вело, дорожку. И вот непонятно совсем, насколько она вело. Потому что на вот этих вот знаках, которые типа как должны подтверждать то, что это велодорожка, нарисован роллер и скейтер. При том скейтер, который делает Олли или Мэнюэл, не знаю. Вот это вот самая большая загадка. Можно ли здесь ехать на велосипеде? Ну, все ездят. Даже на электроговне всяком ездит. Ну а сейчас, как и сотни других велосипедистов, мы будем нарушать. Ехать по встречной велодорожке. Блин, ребят, я, конечно, в курсе, что каждый выбирает безопасность сам для себя и сам для себя решает, нужно ему ездить в шлеме или нет. Из личного опыта я хочу сказать, что если бы у меня шлема не было, то однажды, наверное, у меня бы не стало и половины головы. Не без помощи автолюбителя, как вы можете догадаться, но сам факт. Ну вот, пожалуйста, электровелосипед, собственно говоря, окитаянный. Не знаю, либо может он таким уже продавался, но не суть. Эти велики едут быстро, и чуваки, которые на них катаются, хвастаются, что, мол, ой, он там 60-70 км едет. И вот вам поехал чел на таком велосипеде без шлема. А я хочу заметить, что езда на такой херне небезопасна. Мало того, что по тротуару, так без шлема, я думаю, и подавно. Чёртовы мошки, я уже нажрался, их так много.
Протеин. Кстати, сам маршрут, который я только что проехал, достаточно такой приятный для вечерних прогулок. Выгула самого себя, друга, девушку, жену, маму, папу, бабушку, собаку, дедушку, может, еще кого-нибудь. Кого вы там захотите, либо целую компанию друзей, набрать бухла, отправиться, проехать половину, выбухать все, а потом проехать вторую половину. И самое главное, что его можно ездить что в одну, что в другую сторону. Это актуально больше для жителей моего любимого района Малевничьей Троещины. Поэтому ссылку на трек в Комуте я оставлю в описании. Ну а на этой нотке я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, если видео понравилось и было чем-то полезно. Ну и если вы подпишетесь, обязательно нажимайте на колокольчик. По-моему, он вот здесь находится. Вот именно здесь. Потому что если вы на него не нажмете, не будете в курсе всех новых видео, которые выходят. Ну и пока-пока.